Всем привет! 18 марта 2021 года на телеканале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Любовь на реабилитации». По сюжету Екатерина Михайловна является лучшим реабилитологом страны. Она творит настоящие чудеса, спасая самых безнадежных пациентов. Она им возвращает возможность жить полноценной жизнью. Но никто даже не догадывается, что Катя сама пережила очень серьезную травму. На школьном выпускном в компанию школьниц въехал пьяный мажор на скутере. Катя тогда выжила, но она до сих пор страдает от душевных и физических болей. Однажды к ней на прием приходит богатый клиент по имени Влад, в котором Катя сразу же узнает человека, который сломал ей жизнь. А Влад Катю не помнит, и он постепенно начинает за ней ухаживать, считая ее красивой, но очень строгой. Сможет ли Влад реабилитироваться в глазах Кати и все исправить? И простит ли Катя того, кто искалечил ее тело и душу? И почему судьба вдруг свела их снова?